Где? Вы уже в воздухе. Там один шаг. У меня сопли потекли. Не бойся. Да мало что, видишь этот камень, я сейчас головой в него ударюсь. Не ударитесь. Головой не надо. Вы уже вот так будете подниматься. Господи. У тебя шлеп, головой-то ударь. Шаг вперед сделай. Хорошо, все, остановилось. Стоит, не бойся. Шаг вперед. И раз. Опа, да ладно, хорош. Садись, дорогая, садись, усядься. Ага. Умница, все, спасибо. А я для вас справа. Господи. Как круто. Капец. Капец. Как круто. Ой, господи. Все хорошо? Нет. Когда ветер дует, не окей. За счет чего мы держимся в воздухе? А если он не будет, мы упадем. О, бассейн клевый. Бассейн там. Они что, в скалу ударились? Они... Там Лиза? А это они? Они что, прям... Ой, давай сюда на уголок тяни, здесь идет. Я поднимаю очень сильно. О, господи. Второй, развернись, дойди до уголка. Бешеный поток, давай. Какой бешеный поток? Что-то мне не нравится. Так, хватит меня это паниковать, не понимаешь. Бешеный поток? Серьезно? А как мы сядем, господи, мы что, на жопу приземлились? Вот так сядем, это вообще пипец. Че, серьезно? Тогда лучше в пасик. Тогда лучше упасть, да? Нет, бассейн нормальный, я помпочка прыгну, господи, когда ветер нет, мне еще страшнее. О, Лиза. За счет чего мы не бьемся башкой об скалу? Еще раз. Почему мы не бьемся об скалы? Что, ты хочешь? Нет. Я не хочу, мне ребенок, извини. Я ей говорила, я сейчас... Я раздвинула просто. Значит, смотри, если покрутимся, можем покрутиться, кайфанешь. Это 50 лари доплата. Да это ты нафиг! И тебе туда же. Своими рублями. Ну, девочкам нравится обычно. Девочкам нравится крутиться? Да, наше дело предложить, твое дело отказаться. Капец, мне не нравится, что такой ветер, если честно. А мне как не нравится, ты бы знала. Че, серьезно? Вообще. Нет, правда? Что происходит? Вы еще не шутите или вы шутите? Конечно, я не шучу, я что, на шутника похож? Мне не нравится, что мы тут все кружимся в этом месте. Знаешь, какая-то... Боже, пипец, а кружимся ли, да? А по-любому кружимся. Какая-то... Что делать, смотри, что здесь происходит? Блин, очень сильный ветер на самом деле. Пипец, да? Блин, серьезно? Капец. Да блин, вы скажите, что все нормально, пожалуйста. У меня ребенок маленький. Ну что же, у меня вроде разговариваю. У меня меньше. Ему нужны родители. Как он закумарил. И туда летит, и сюда летит. И лети уже в одну сторону. Ух ты, налево. Грузинский стиль. Подожди, уже поздно. А чё они все сюда? Потому что ветер, да? Потому что мы здесь, наверное. Они просто хотят смотреть, как я раздвигаю ноги. Блин, ну круто, конечно.
Вам хоть нравится своя работа? Классная же работа. Классная же. Я вот нигде не работаю. Ну слава богу. Ты работаешь еще. Но я не собираюсь. Нет, мы все здесь кружим, потому что сильный ветер. Скажите честно. Все здесь кружат, потому что какая-то задница. Да. У меня что-то подташнивает, это нормально? Нет. Нет, токсикоз. Так, ну-ка, не слушай мне, как мы сесть. Что? Кольцо. Понятно. Блин, мне не нравится вот это. Мне вот это сейчас не понравилось совсем. Какие-то шутки дурацкие. Да. Это мы типа так садимся, да? Что? Это мы так садимся? Ну, скоро будем. Я ж тыришь кружить перестал, просто двигаюсь прямо. Да, на самом деле сильный ветер, да? Сильный ветер, да? Для этого. По правде нет, говорят, родители, следящий поток, видишь, как красиво. День такой классный. Угу. Реально классный. Хорошо, что не дождь. Я бы щеки разорвала. На мопеде нет. Нет, не попалась. Только на машине. Я боюсь на мопеде. Да нет, что, серьезно все-таки он отвечал? Я уже не знаю, чему верить, я вам не доверяю. Что ж ты села со мной? Не с кем больше. Что? У меня не было выбора. Не было выбора? Да. Я если не доверяю человеку, я в жизни не сяду. Никуда с ними не пойду, и тем более полететь на пароход. Чай на человека. Круто. Что-то мы в какое-то ущелье летим, да? А, мы сейчас развернемся. Как приземляться? Почему у меня на жопе поролон? Да не надо тебе ничего знать, что происходит. Ну я хотела как-то это, красиво присесть. Ты уже не смотрел на посадке грузинские, да? Угу. Или нет? Да-да. Мы уже все, мы домой едем.
Это не улыбка.